Char, ya está. Vale. Esto es para tomar cerveza. Al menos en los bares, hay tapas de almendras fritas para la cerveza. Venga, vamos. Venga, échala. Sí. Ok. На масле добавил соль. Потом, как всегда, Мигель использует масло, в котором мы что-то уже жарили, как основу. И для нас его сын поймал кальмара. Поэтому сегодня кальмар, жареный в масле после миндаля, под пиво. Фантастика. Сегодня у нас пивной перекус. Мигель пожарил альмендру. Мигель сегодня пожарил... Опять забыл. Абургет получил рашен. Рокая. Но рекорд был мой сын. Транкило. Окей. Спасибо.